псевдосоциальная реклама, которая ничему никогда никого не учит. Естественно, она не может что-то улучшить, как здесь написано, дорожную обстановку или вежливость между людьми, потому что те нарушители, в основном, которые злостные, если они, например, где-то бизнесмены или чиновники, бандиты, они просто отмазываются десятки раз с помощью денег, потому что все государство прогнившее, бандитское. Это, например, мужик, вот этот, который смотрится один был, вертолет свалился с бабой, можете поискать, но нарушений там по 30-50 раз было. То есть это полностью бесполезная чушь. Но еще ребята, видно, вот эта вот фирма какая-то, Probac.net, какие-то бизнесмены, бандюганы, они на этом деле разворовывают. Делать этот шаблон составить каждый день, 1030-20 стоит вот это посчитать такого. Ну это вообще все, что государство делает в виде пропаганды, оно делает вот такое лживое. Всегда вот государство Россия, оно лживое. Лживая собака, подохни. Говно ты вонючая, сука. Всем пока. Это было сегодня. Живую социальную рекламу.